Панда, я в шоке, мне все еще это не верит, и мне кто-то звонит ночью в 300 ночи. Господи, это его нос, Панда, это просто жесть, на! Я отрубил ему голову, гляньте! На ваши глаза я снимаю маску с отрубленной головой, крик. Что творим, про меня зовут Саргион, если про вы не поверите, сегодня мы снимаем жесткое видео. На часах 3 часа ночи, с минуты на минуту должна прийти Настя. Только вдумайтесь, это Панда. Ща, мне кто-то звонит, Панда, это уже не смешно. О, господи, глядь, это какой-то неизвестный номер. Он мне уже третий раз звонит, между прочим. Я первые два раза не брал трубку, только ради вас сейчас возьму трубку на третий раз. Окей, я беру трубку, Панда. Алло? Алло, кто это? Не знаю, кому вы звоните. Какой это номер? Братан, тот, на который ты звонишь, а куда ты звонишь? Не знаю. Окей, простите, вы ошиблись с номером, до свидания. Черт, Панда, этот номер мне звонит уже третий раз, я вам напоминаю об этом. Мне уже это не нравится, черт возьми, 3 часа ночи. Окей, надеюсь, больше меня не будет беспокоить, Панда. Тем не менее, мы ждем Настю, уже скоро она должна прийти. Черт, он опять мне звонит, Панда, что происходит? Гляньте, это опять он. Окей, Панда, я беру трубку, черт. Простите, я набрал не тот номер. Ничего страшного, братан, с кем не бывает. Со мной. Черт! Что это такое? Мы это слышали за прибанда! О, господи, мне это вообще не нравится, что если ты какой-то маньяк-киллер! О, господи, а где Настя? Она должна была прийти еще 5 минут назад, и все еще нету! Мне снова звонит Панда, вы это видите? Черт возьми, Панда, ты вообще не смеешь, что мне звонит уже 5-й раз! Окей, я беру трубку, Панда, здесь будет все нормально, черт! Погодите, не вешайте трубку. Братан, это не смешно, 3 часа ночи, отстань! Я хочу с вами поговорить. Какой говорит 3 часа ночи? Я спать хочу, мне завтра рано вставать! Отстань! Вы же еще не ложились. Черт! Вы это слышали, зубрим Панда, чего он вообще говорит? Откуда он это знает? Откуда он знает, что я все еще не сплю? Это просто жесть, и где вообще Настя? Почему ее все еще нету? О, господи, мне это вообще не нравится, Панда, это просто жесть! Черт возьми, что происходит? Окей, зубрим Панда, у меня есть идея, чтобы он больше мне не звонил. Я поставлю режим полета на телефоне, гляньте! Я реально ставлю режим полета, вы это видите? Просто посмотрите, Панда, я реально поставил режим полета, вам видно? Черт, если он мне опять позволит как найти режим полета, это будет такая жесть, Панда! Я очень надеюсь, что он больше меня не наберет! О, господи, знали вы, как я волнуюсь, зубрим Панда, Насти все еще нету, где? А что если это какой-то маньяк, зубрим Панда? Окей, зубрим Панда, это уже не смешно. Насти все еще нет. Она, наверное, где-то там заблудилась или что? Он мне все еще не звонит, Панда. Я очень рад. Наконец-то он перестал мне звонить. Господи, стали вы как. Черт! Он мне позвонил, Панда! Как он это сделал? Мне же стоял режим полета, мы это видели! Окей, я беру трубку. Алло? Почему ты не хочешь со мной поговорить? Братан, пожалуйста, отстань! Это не смешно, ты меня пугаешь! Кто ты? Скажите, как вас зовут? А я скажу, как зовут меня. Окей, меня зовут Андрей. Странно, я думал, что ваше имя Сергей. О, черт! Вы это видели, зубрим Панда! Это просто жесть, откуда он это знает? Откуда он знает, как меня зовут? Что происходит? Он вообще такой? И откуда он знает мое настоящее имя? Меня реально зовут Сергей, но я его признал себе Андрей. Откуда он это может знать? Это что, какой-то повернутый фанат или что? Хотя голос у него довольно взрослый, как для какого-то фаната. Окей, тем не менее, Панда, это реально стрёмно. Не знаю, кто это, что ему вообще от меня нужно. Господи, Панда, мне снова звонит, что это такое? Окей, алло, зачем ты мне звонишь? Пожалуйста, успокойся, это не смешно. Смотреть видео на YouTube. Да, люблю, но ты мне не ответил на мой вопрос. Я люблю смотреть страшные видео, только не знаю, какие это. Да, я тоже люблю смотреть страшные видео. Какой ваш любимый герой крипипасты? Мой Джефф убийца, а ваш? Крик. Черт, это крутой персонаж. Я с вами так интересно, я просто обожаю страшилки на ночь. Я тоже люблю страшилки, но только никогда не пугают ночью. Как вы так и не сказали ваше настоящее имя? Зачем тебе знать мое имя? Просто интересно, за кем я наблюдаю. Черт, кто ты такой? Что тебе нужно? Из дома тебе ложить трубку. Черт! Нет, отстань, господи, зубрим Панда, вы это слышали? Просто жесть, о чем он вообще говорил? Нужно закрыть все двери, Панда, это уже не смешно. Господи, Панда, это просто жесть. Кто это вообще такой? Почему мне звонит? О, черт, это уже не смешно. Нужно закрыть все окна. Это просто жесть, Панда, как он за мной может наблюдать? Кто это вообще такой? Откуда он вообще знает, где я живу? Нужно закрыть окна. Здесь никого нету. О, черт, это жесть, Панда, окей. Нужно просто закрыть окна. Это жесть, господи, хоть бы там никого не было. Черт. Вроде бы Панда хотя бы немного себя обезопасил, осталось только узнать, как же он за мной следил. О, господи, Панда, это просто жесть, я уже не знаю, кто это. Зачем он вообще мне звонит, зубрим Панда? О, черт, меня опять набирают, вы это видите? Я беру трубку, черт! Я же тебя вежливо попросил не вешать трубку. Черт, что тебе от меня нужно? Веселье. Какое веселье, ты меня просто пугаешь. Я и не хочу тебя напугать, Сергей Онес, который стоит в коридоре. О, черт, откуда ты знаешь, зубрим Панда? Это просто жесть, черт! Окей, нужно просто куда-то спрятаться, Панда, это жесть! О, черт, вы это слышали, реально знаешь, что я стою в коридоре! Даже как он может знать, что я стою в коридоре? Там же даже нет окон, Панда! Получается, он в моем доме или что? О, господи, эй, ты где? Черт, это просто жесть, Панда, это реально уже не смешно! Ты жесть, Панда, я в шоке, мне все еще это не верит! И мне кто-то звонит ночью в 300 ночи! А Насти все еще нету, где она? О, черт, это жесть, у меня Панда просто такая жесть! О, господи, Панда, мне же просто паника! Нужно срочно звонить полицию! Это какой-то ненормальный маньяк!
человек, он меня преследует или что, банда? О, господи, он опять мне звонит, банда! Это видеозвонок! Окей? Я же тебе сказал не ложить трубку. Черт, я звоню полицию! Им далеко ехать к тебе. Ты живешь далеко за городом. Они не успеют, пока твоя подруга истекает кровью. Что, какая подруга? Ты о чем он? Узнаешь? О, нет, Настя! Кто она тебе? Настя, отди! Кто она тебе? Это моя подруга, да, это моя подруга, отпусти ее! О, черт знает! Я тебя найду и уничтожу, тебе ясно это? Отпусти мою подругу Настю! О, господи, он отключился, банда! Это просто жесть, он припал, он украл Настю, вы это видели? Это был крик! Так вот почему он сказал, что его любимый персонаж Скримипаста, это крик, потому что это и есть крик, банда! Это просто жесть, я в шоке! Нужно срочно бежать в полицию, банда, если не могу позвонить, нужно бежать! Это жесть, господи! О, черт, слава богу, он уже больше не звонит! Окей, я беру трубку! Угадай, за какой дверью я стою? Я звоню полицию! Попробуй! Черт! Черт, это просто жесть, супербанда, нужно скорее звонить полицию! О, господи, окей, нужно, давай, открывайся! Это просто жесть, банда, он реально ненормальный! Подумай, только это настоящий крик, я в шоке! Только подумай, что это будет реально он! Окей, он где-то в моем доме, нужно тихо выйти, банда, хоть меня не услышал! Это просто жесть, господи, знаю, как я волнуюсь, супербанда, это такая жесть! Окей, его вроде пока что нигде не видно, он не... Черт, супербанда, вы это не видите, это реально крик! О, господи, нет! Черт! Это просто жесть, отстанет меня! О, господи! О, черт, вы видите это? Это была жесть, супербанда, это был реальный крик, он меня чуть не убил! Это просто жесть, господи! Он реально за мной пришел, вы это видели, банда, самый настоящий крик! О, черт, а где Настя, банда, где ты оставил? Господи, банда, это просто жесть, он реально пытается вырвать дверь, вы это слышите? Это просто жесть, супербанда! О, черт, это нужно срочно держать, банда! Тем не менее, у меня есть одна мысль, такая возможность выпадает только раз в жизни, нужно снять маску с крика и увидеть его настоящее лицо, это просто жесть! Бандит, это такая жесть, я не ожидал, что ко мне придет реальный крик! Нужно реально с него как-то снять маску! Черт, почему-то он замолчал! Господи, что там? О, черт! О, господи, нет, только не это! Это что, крик? Как он сюда вообще попал? Это просто жесть, нет! О, черт! О, господи, Бонд, вы это видели, там реальный крик! Это просто жесть, что припад, вы это слышали, тут реальный крик! Господи, он еще может телепортироваться, вы это видели! Он с коридора как-то оказался в этой комнате! Окей, что припада? О, черт! О, черт! Как он узнал, что я здесь, банда? Это просто жесть, это самый настоящий крик, вы это видите? Нет, ну иди отсюда! О, господи, нет, пожалуйста, успокойся! Черт, это просто жесть, добрый банда! О, господи, нет, отстань! А, черт! О, господи, ты какой-то ненормальный, это просто жесть, банда! Отстань от меня, это уже не смешно! Черт! Нет, нет, нет! Господи, нет, пожалуйста, отстань! О, черт! Это не смешно, успокойся! А, нет, пожалуйста! О, черт! Успокойся, отстань от меня, ты гребаный крик! Черт, это просто жесть, банда, мне сейчас убьет! О, нет, отстань, пожалуйста, это не смешно! Черт! О, господи, угомонись хотя бы немного! Натя! О, черт! О, господи, банда, это просто жесть, гляньте! Он это какой-то ненормальный! О, господи, банда, это просто жесть, если вы крик, посмотрите! О, черт, отстань меня, пожалуйста, на! Черт, это просто жесть, нет, отстань, о, господи! О, черт, его гребаный нос, отдай его, черт! О, господи, на! Господи, это его нос, банда, это просто жесть, на! Черт! О, господи, это просто жесть, банда, я отрубил ему голову, гляньте! О, господи, вот настоящая голова крика, гляньте! Это жесть, вы это видите, там реальная кровь! Окей, тем не менее, банда, это просто жесть, давайте снимем маску из крика! О, господи, банда, вот отрубленная голова крика, это просто жесть! Давайте уже скорее снимем эти маску! Супри, банда, на ваши глаза сейчас снимаю маску с отрубленной головы крика, вы готовы? Это просто жесть, господи! О, черт, посмотрите, что это? Это жесть, банда, что с его лицом? Оно как будто человеческое, господи, что за монстр? Вы это видите, банда, это просто жесть, о, черт! Господи, банда, это просто жесть, то, что было под маской крика, это ужасно! Глядя, реально ему отрубил голову! Так, и тем не менее, банда, нужно пойти найти Настю! В видеооценке он мне показал, что она где-то в подвале! Я думаю, что она в моем подвале, поскольку крик был у меня дома, получается, Настя должна быть в моем подвале! Это просто жесть, банда, это маска, это ужасно! Так, и тем не менее, банда, теперь нужно пойти найти Настю, и бандиты, давайте на это видео наберем 10 лайков! И тогда, банда, сниму маску из Фредди Крюгера! Скорее идем посмотрим, и Настя все еще живая! Окей, супербанда, я думаю, что Настя в моем подвале, потому что крик был в подвале, получается, Настя там должна быть. Они были оба у меня дома. Окей, теперь нужно пойти просто найти Настю, банда. Это просто жесть. Мне все еще в это все не верится. Господи, банда уже даже немного светает. Это жесть. Окей, где-то здесь должна быть Настя. Черт. Эй!
Настя! Настя, ты здесь! О, господи, Бонда, я его нашел! Черт, мне просто шесть! О, господи, что ты здесь делаешь? Что он с тобой делал? О, черт, это просто шесть! Мне все еще это не верится! Ты не поверишь, я отрубил ему голову! Он меня чуть не убил, глянь, вот его кровь! Это шесть, Настя, ты просто в это все не поверишь! Сережа, он меня схватил и держал здесь! Это просто шесть, Суприм Бонда, я в шоке! Слава богу, что я смогу убить Крика и спасти Настю! Бонда, это такая жесть! Тем не менее, Бонда, ты давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков! И тогда, Бонда, вы уже слышали ему маску с Фредди Крюгера! Итак, за провод комнаты из-за прошлого видео! Господи, какие они шикарные! Просто наши комментарии просто, и что, если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже! Нажать свой лайк, колокольчик и все, братья, уже в новом видео, лайк, лайк, комменты в новом видео, Бонда! Итак, за провод, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Бонда! Ведь кто не с нами, тот под нами! Так что, Бонда, подписывайся на мой канал, ведь тебе же не нравится быть под нами! Эй, бро, помни одно, оставайся такими шикарными, пока!